Друзья, привет! Сегодня я вам покажу комплекс упражнений для мышц спины. Первое упражнение у нас будет идти подтягивание широким хватом. Следующим упражнением мы делаем тягу в наклоне. Теперь мы делаем упражнение тяга в наклоне гантели одной рукой. В нашем случае это будет гиря. Гребная тяга. И завершающим упражнением мы сделаем обратную гиперэкстензию. Каждое упражнение мы делаем по 3 подхода, по 10-12 повторений.